это боеприпасы начали рваться в этом. Говорят, выйдут из-за этого. Тихо, тихо, не ругайся. Это Беттер там был. Эти сидят, он чай пьет, смотри. Соседи. Красное что-то, это трой. Сейчас сделаем. Ой, нажарили нормально. Нажарили нормально. Есть, еще попадание. Еще попадание. Валят, то ли танками их валят, я не понимаю. О, самолет. Вообще. Высоко. Ну. Там еще одна машина стоит целая. Я вижу, это прав. ЗИЛ 131 Кунг. Я понимаю, что возможно на него не надо тратить. Видишь? Да, вижу, по вижу, центру. Вижу. Да, вот по центру бедала. Ну вот, а тут у нас гвардейские машины стоят, видишь, они даже не дергаются. Ну, видно, там стоят пушки. О, еще что-то там припечатало. Ну, пожгли их. Это колонна, та колонна, которая, видно, шла с этого, с Демидова. Но там шли танки, это значит, что ну, танков тут нету, только беттеры. Там танков бесконечное количество. На Демидовском направлении. Это значит, что они еще придут.